Доброе утро. Первый пошел. Улыбаемся, смотрим на маму. Вот он, Ярослав. Иди ботинки мери. Так, цветы прекрасно сохранились на балконе. На балконе, на улице. Чуть-чуть даже подраспустились. Значит, свеженькие. Есть, отказался. В нервах, наверное, да, Яруськин? Ну, все, короче, сейчас его повезу. Ну что, Ярика отвезла. Сижу, жду Соню. Федор пока спит, потому что ему, ну, я уже говорила, ему позже всех сразу на линейку, а детям еще кому-то на первый, кому-то на второй урок. Так что жду на развозе. Сейчас поедем с Соней. Я в слезах и... А вот и выпускница следующего года Софья Сергеевна. Ну что, может, поехали? Нет, рано еще. Рано? Еще минут 20. Ты ж не забывай, мне же еще этого первоклассника собирать. Минут 10. Ну что, Софи Коман собирается. Федька еще спит. Погнали. Ну что, школьник года, ремень не держит, ну для вида хотя бы. Ну как ощущения, все хорошо? Ржачный. Ну что, погнали? Ага. Букет решил прополоть. Саня, да, ее хоть вижу, потому что они тут построены. День добрый, дорогая гимназия. День добрый, новый навучальный год. День добрый, дорогие сябры! Сердечно віншуем вас с Днем Ведов, який у перший день осени отзначає уся наша країна. 1 вересня – День Ведов чаканий, День щастя, науки, людей на землі. 1 вересня – День добрий, гімназія, двери науки нам отчині. Родная гімназія, країна Ведов. Поваги, надеи и добрыни. Кроком свободным иди наперед. Счастливо у день завтрашний зазернули. 11 А-класс и классный керовник Зданович Инна Владимировна.
Ну что, ученик вернулся. Короче, не успела приехать домой, уже поехала забирать, потому что надо было забирать. Что у вас там было? Обед был, да? Или завтрак? Обед. Гречневая каша с чем? Гречка и котлеты. Гречка и котлеты и яблочко, да? Все хорошо, короче. Всем доволен и счастлив, да? Отлично. Сейчас будем переодеваться. Книжку подарили, да? Подарок президента покажешь. Откуда? Ты знаешь, что? Не знаю. Вот. И что? И поедем наших встречать. Так, яблоко клади, будем переодеваться. Ну что, уже ждет первоклассник папу с братом, да? Говорят, должен быть. Странно, что медаль должен тебе привезти. Странно, что никого нету, кроме нас. Вроде осталось 15 минут. Или мы просто самые свободные. Ну не так просто еще Федора со школы забрать. Пошел там, есть такая декоративная, красивая, как бы, точка благоустройства, типа с мостиком, там с мельницей. Минут 10 там повисел, полазил. Нет, с рюкзаком, рюкзак маме, как первоклассник. Сейчас из-за машинки выйдут. А, кстати, да, всем приветули. Так, маму вижу. Федора за руку надо, машина едет. Вот так, хотя бы сказали. О, привет, привет. А довольный, как будто десяток нахватал по всем предметам уже за год, да? А что с пола? Частично заправлено, частично не заправлено. Все нормально, это просто он шевелится сильно. Ясно, я понял. Привет, Федька, привет. Ну что, как дела? Нормально. Нормально все еще? Все хорошо? Ага. Пока еще. А хочешь, расскажу тебе игру, которую мы придумали с Богданом на перемене? Какую? Знаешь что, мы берем линейку и стёклу. Потом ложим линейку немножко. Кладем. Кладем немножко на воздухе, немножко на остальное на парте. Но. Потом кладем стёклу и нажимаем, и улетает. Эту игру еще до вас придумали. Даже, наверное, мы в такую игру играли, да? А еще в такую игру, Федор, можно играть в столовой, когда дают, например, невкусную кашу. Ага, расскажи. Берешь эту кашу, набираешь в ложку. Также кладешь на край стола и лупишь по этой ложке. И выгоняют тебя из школы. Выигрывает тот, у которого до учительского стола долетает. В столовой до учительского стола. И тебя сразу выгоняют со школы. Да, там, где учителя кушают, да. Сказали, не мой ребенок. Сонина воспитательница говорит, ну не ваш, не ваш. Ну, я говорю, как мой, это мой? Понятно. Ну, что тут такого странного-то, да? Такой холёсик. Мой. Так, ну что, поехали, потом остальных забирать. Да, в разное время.